Да почему ты не опять не бьешь-то? Да Женя, ёпта! Женя, ёб твою мать! Ну-ка, кувырками сейчас попробую еще тоже. Бляха! Да ёпта! Окей. Стукнулся головой об его жопку. Короче. Тут чекпоинт. Казаки? Да, реально, мы казак, ёпта. Жека казак. Казаки, видишь, слышал, да? Казаки, получается. Да что ты не прыгаешь-то, ёпта? Не, значит наоборот. Керзаки. Казаки. Казаки. Ну, давай. Давай. Умри. Почти. Почти чуть-чуть осталось, ну. Чуть-чуть осталось. Там. То шашлыки, то мужики, то корзаки, то кирзаки, короче. Непонятно, чем там. Да собака. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий и рубрика «Бесплатные игры». Итак, сегодня у нас в рубрике платформер, очередной платформер. Я не знаю, какая-то дичь или трэш, или что это. Вот, посмотрим, короче, увидим. Игра, короче, на польском. Называется она Джаносик какой-то. Джаносик. Короче, Жаносик какой-то. Вот. Я так предполагаю, это имя нашего главного героя. Будем звать его Женькой. Жека. Жека будет здесь нам что-то показывать. Итак, давайте попробуем, проверим, посмотрим. Новая игра, это, я так понимаю, новая игра. Английского языка здесь нет, я что-то посмотрел в настройках, короче, поэтому... Так, наверное, да? Окей. А что, это Жаносик? Это Женька? Пошел отлить. Окей. Что это такое? Жесть. Короче, главный герой задвигался, вот. И смотри, у нас наша барашка. Так. Мы можем, короче, вот резать, прыгать. И все, в принципе, больше у меня ничего нет. Там оружие 0 какое-то, какие-то бомбы 0. Вот, 3 сердечка у нас. Ключи какие-то надо искать. Итак, пока мы ссали. Блин, а нам... Короче, тут на польском непонятно. Короче, пока мы ссали, короче, тут... это что? А, тренировка. Пока мы ссали, короче, наших друзей украли. Так, дверь закрыта, хорошо. Слушай, прикольно, мне нравится. А, это чекпоинт, окей, хорошо. Пока... Я предполагаю, нам надо найти, так, Б. А, кувырок. Понятно, окей. Короче, это у нас идет такой вот туториал. Ключ я нашел. Тут не пройти, да? Ключ я нашел. Ай, а почему не кувыркнулся? Окей, минус одно сердечко. Вот, и Жеке, короче, нужно... Кто? Жека у нас какой-то казак или кто это? Пастух, что ли? Короче, нужно спасти своих друзей. Так, сердечко мы собрали. Вниз. Окей, можно вниз спускаться. Окей, сундук, смотри, какой-то нашли. Ух ты, сколько баблишка, сколько баблишка. Хорошо. Слушай, прикольно, мне нравится музыка. Прикольная. Она такая прям плотная, прям такая, прям эпичная. Прям такая заводная, интересная. Ага. Здесь у нас секретик. Окей, секретик. Так, где бабочка вот такая летает, значит, там секретик. Собака. Иди сюда сейчас. Чё у меня там, кочерга или чем это? Фигачу. Так, окей. Здесь нужно вылавливать тайминги. О, первый враг, окей.
А я могу. Погоди, погоди. Короче, здесь как-то комбинировать. Какое-то зелье я взял, короче. Здесь надо как-то комбинировать, что ли, эти. А, можно, смотри, во время этого кувырка ударять. Окей, чекпоинт, погнали. Я понял. Лампочку можно разбить? Нет. Кони, смотри, жрут сено. Ух ты, этот прочный. Этот прочный. Так, я вижу, там на крыше у нас. Так, денежки. Окей, иди сюда. Хорошо. Ну, я так предполагаю, это пока начало, поэтому оно такое... Обычно... О, и кого-то нашли. Мы кого-то спасли уже. О, прикольно, смотри, да? Прикольно, показали, как цепи разбил. Окей, мы... Спасли одного человека. Я так предполагаю, это, короче, ну, как первый уровень, они обычно, ну, легкие, да? А в смысле, а почему мне не... А, ну все, окей. А, второй уровень, да, получается? Нифига, собака отлетела. Так, чекпоинт, окей. О, бабочка летает, бабочка. Хорошо, смотри, секретик прям ништячный. Окей, там собака. А тут я могу запрыгнуть? О, я могу здесь запрыгнуть. Да, лестницы мне не допрыгнуть, окей. Погоди, а может здесь какая-то скрытая есть? Стена? Нет? Окей. Там наверху какой-то рычаг. Хорошо. Окей. И здесь тоже какой-то рычаг я сделал. Здесь дверь закрытая, нарисован какой-то типа паук, что ли, наверное, да? Слушай, прикольно. Я думаю, что мы, если за этот видос ее не пройдем, то попробуем пройти. Слушай, мне нравится. Мне она понравилась. Мне она нравится эта игра. Бляха. О, псина. Так, а на какую мне эликсир-то выбирать? Съедать, выпивать? Окей, я понял. Окей, если что, играю я на джойстике. Ай-яй-яй, я чё не прыгнул-то? Так, здесь закрыто, а рычаг вон там, с другой стороны. Окей, в какую сторону? Ну тут, в принципе, смотри. Блин. Окей. А, можно, наверное, выйти, смотри, да? Непонятно как-то, да? Вот. А можно дальше пройти. Давай туда пройдем, сейчас посмотрим. Так, а вот здесь надо время под... Интересно, куда ввели эти решетки? Ох ты падла, собаки атаковали. Так, окей, ага, там рычаг. Что-то он как-то... Он типа устает, что ли? У него что-то какая-то выносливость есть. Он как-то странно бьет. То быстро, то... О, ух ты, не прикольно. И что это значит? Кстати, бабочка, это, наверное, какой-то секретик, я не знаю. Ну-ка, давай по... Прикольно. Все аккуратно надо. Здесь эти... Прикольно, всякие скрытые, знаешь, эти тайные комнаты. What the fuck? А что произошло? А почему я умер? Или это на время было? Что произошло? Непонятно. Хотя нет, у меня сколько жизни было, столько и осталось. Наверное, там на время. Интересно, а там сейчас будет то же самое? Сейчас проверим. Так, собаки. Ох ты, падла. О, ни хрена себе накромсали. Жанусик. Жека, ты чё? Жека, ну ты чё? Окей.
Окей. Ай-яй-яй. О, успел. Нет. Блин, я спешу, я начинаю спешить. В платформере нельзя спешить. Но почему он опять сейчас, вот, он не сразу ударяет как-то? У него реально какая-то, не знаю, выносливость есть, но хотя я шкалы никакой не вижу. Непонятно, короче. Бляха. Или они какой-то блок ставят, или что-то еще. Ладно. Окей. В принципе, вот смотри, да? В принципе, ничего сложного нету, а как-то умудряешься все равно помирать, не знаю. Собака, раз. Собака, два. Ну-ка. Собака, три. Собака, четыре. Окей. Падла. Да, открыто, хорошо, можно зайти, посмотреть, еще раз попробовать, окей. Наверное, на время, но я не вижу здесь времени. Ну, давай попробуем. Опа, раз, бляха, два. Что за дичь? Почему я умираю? Ладно. И сам прикол у меня вот... я думал, это, короче, жизни, вот этот человечек нарисованный. Я думал, это жизни. А это, наверное, кого мы спасли, короче, да? Вот в правом верхнем углу. Под копейками, короче. Так, окей. Хорошо. Не спешим. Окей, хорошо. Так, вот того дровосека надо... Раз, два. Ах ты, падла! Как он мне с пятки-то ударил? Окей. Че, попробуем еще раз, наверное. Здесь потому что, смотри, сколько добра. Раз. Ай, блин. Да какого? Собака. Ну, вот собака. Дровосек ссаный. Да Женя, блин. Окей. Ай-яй-яй. Жека. Интересно, какая-то прокачка или какое-то оружие новое будет. Кстати, видишь, пистолет могу взять какой-то. Бомба, пистолет. Раз, раз. Собака, раз. Собака, раз. Собака, два. Раз, два и три. Ух ты. Получилось, я смог это сделать. Окей, там дверь открылась. Я могу, кстати, не здесь пойти, а вон туда по двери. Давай-ка попробуем. Ну, блин, здесь видишь, как вот эти... Раз она скрытая, значит, что-то интересное должно быть здесь. Здесь надо как-то... Просто не спеша. Ай. Просто не спешить. Вон почему я умер. Понятно. Да почему ты не опять не бьешь-то? Да Женя, ёпта. Женя, ёб твою мать. Ну-ка, кувырками сейчас попробую еще тоже. Бляха! Да еб-то! Окей. Сука! Шавка. Жесть. Стукнулся головой об его жопку, короче. Да еб-то! Окей. Окей. Так, ладно, одно сердечко мы сейчас возьмем. Нет. Окей, хорошо, одно сердечко мы взяли. Собака! Собака! Да блять! Как ты? Как ты жопой-то меня кусила? Собаки еще и жопой умеют кусать. Вас кусали когда-нибудь собаки жопой? Меня вот сейчас кусило. Окей. В смысле, что это сейчас было? Почему ты? Нихера себе! Вот это я что там сделал такое? На! Жесть, короче. Мы просто на одном месте топчемся.
Ладно, а хрен с этим местом. Не, конечно, блин, было прикольно, но... Опа, 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 собака, опа. Было прикольно посмотреть, что там дальше в этом месте, но, блин. Мы с вами будем так долго. Давайте вот здесь вот попробуем. Окей. Раз. Оп. А-а-а, бляха. У меня же целые. А я до туда там не допрыгнул. А, он вот здесь допрыгнул, хорошо. Ай-яй-яй, здесь дверь закрыта. Ладно, едем дальше. Окей. Тут чек. Тут чекпоинт. Казаки. Казаки? Да, реально, мы казак, ёпта. Жека казак. Казаки, видишь, слышал, да? Казаки. Казаки. Или кирзаки. Ты видел, как он это разгоняется с этой спикой? Или с чем он там? Казаки! И просто только побежал. Так, блин, мне бы. Бляха, мне бы этот. Давай. Ай. Так, погоди, а как мне? Мне как-то надо. Мне это сердечко вон ту взять надо. Уйди, ты мне мешаешь, короче, сосредоточиться. Так, мне надо как-то сердечко вот эту взять. Прыгаю, когда... Бляха. Прыгаю, когда она на меня летит, да? Получается. Да, да что ты не прыгаешь-то, ёпта? Не, значит наоборот. Значит наоборот. Ну-ка, давай, казаки. Кирзаки. О, казаки. О, казаки. Ну, давай. Казак. Бляха. Опять то же самое. На. Окей, хорошо. Так, а теперь пробуем, когда она туда летит. Да собака, ну что ты не прыгаешь-то? Надо заранее как-то нажимать. О! Во! Во, во! Вот так вот надо было сделать, короче. Давай-ка, казаки! Ух ты, собака! Казаки! Хорошо. Так, окей. Да бляха! Я, знаешь, я жду, когда это... Ну как, обычно, знаешь, ударил, да, и он отлетел так. А они то отлетают, то не отлетают, непонятно. Поэтому вот я и как-то погибаю. Ну как... На меня добивает эта херня. Но. Да, сколько тебе надо-то? Окей, бляха! Я вот опять поспешил. Вот видишь, он отлетает. А тут смотри, как быстро бьет. Да, блин, я никакой шкалы не вижу. Было бы удобнее, если была какая-то шкала. Что, ну, выносливости. Хорошо, так. Так, опять не накосячить надо. Да бляха. Ты задрал. А-а-а, казак. Да казак, ну, Жека. Да Женя. Бляха. То, что взял, то потерял, короче. Ну ладно. Да как тут? Как? Да как? Как они меня бьют-то? Я вообще не понимаю. Я сейчас расплачусь, мать твою. Казаки. Как казаки в футбол играли? Знаешь, такой мультик, да? Я. Окей, хорошо. Так. Ублюдок, а? Ублюдок. Да бля.
знаешь, такую, да, поговорку? Терпи, мужик, атаманом будешь, да? Казацкая поговорка. Ай-яй-яй. Да ни хрена себе! Окей. Умри. Хорошо. Фу! Ну хоть что-то. Так, а теперь мне надо опять туда. А какую дверь? А, нет, я ту дверь не открыл. А чё я открыл? Какую я дверь открыл? Непонятно. Не понял. Хорошо, ладно, идем. Искать. Идем искать дверь. А-а-а, я понял, какую я дверь открыл. Хорошо. Здесь у меня сердечко, я заберу. Хорошо, что сэкономил. Да как? Окей, ну. Ай-яй-яй. Собак. Блин, вот этим скопьями им... Им побольше надо, блин. Ну. Допустим... А что ты опять не бьешь-то? Допустим, вот этим вот три удара. А вот этим 4. Да бляха. Уехал мой лифт, зачем я спрыгнул? Вот так вот надо их. Вот так вот надо их. Собака. Я понял, короче. Ох ты ублюдок. Я понял, короче, надо этим кувырками. Сейчас будем тренироваться, сейчас будем тестить. Окей, погнали. Бляха. Тоже не с первого раза убивает. Надо ударил так, короче, комбинировать. Хоп. Да в смысле, что ты не кувыркаешься-то? Собака. Ладно. Хоть как-то, но получилось. Ай, ай. Хорошо. Хоп. Бляха! Собакин. Так, окей. Делаем вот так. Оп, хорошо. Смотри, можно. И как мне это сделать? Вон там у меня этот чекпоинт, окей. Хорошо, чекпоинт есть. Так. Бляха, нужно как-то избавиться вот от этой штукенции, нет? Она выстрелит, ну, когда я это... Вот это я выдал! Да умри! Вот это я там выдал, да? Бляха, ты как... Да стук, собака! Убей! Оп! Хлоп! Хлоп! Да... В смысле? Я хотел тебя перепрыгнуть! Оп! Здесь, знаешь, здесь никак не угадать, бляха, там смотри, эта штука. Ну-ка, я иду обратно. А, там этот эликсир. Ух ты, нифига себе, с первого удара вынес. Интересно. Девки пляшут. Хорошо. Бляха. Опа! Так. Сюда иди. Ну ладно. Допустим. Собака! Да куф! Ты видал, как оно это сделало? Так, стопэ. Смотри, там паук какой-то, паутина. Паутины много.
На крыше какой-то алмазик. А что у меня тут мышка появилась? На крыше какой-то алмазик и... Смотри, какое-то сердце, ключ какой-то крутой. Я хочу туда. Я хочу туда, но мне бы... Чекпоинт бы. В принципе, а смысл на этот чекпоинт, да? Они все равно появятся все. Давай-ка попробуем. Я почему-то думаю, что... Я так и думал! Я... Блех, я так и знал. Я так... Я так и знал, что сейчас что-то произойдет, короче. Не, я хочу его победить. Это типа босс. Там столько... Столько вкусного лута, короче. Что я хочу его... Победить. Стопэ. А, точняк. Понятно. Нужно все комбинации, все маневры, комбинации делать. Ух ты, нифига. Да почему не кувыркаемся-то, блин? Бывает непонятно, как срабатывает. Ну, не сразу срабатывает кнопка. Почему-то. Не сразу срабатывают кнопки, окей. Это я заберу. Оп, оп. Видал, видал. Уже профессионально, уже все четко, уже. Ну ладно, собака не в счет, окей. Вот так вот. На тебе, говна кусок. Вот так тебе. Бляха. О, а че я так медленно-то иду? А че я замедлился-то? Я не понял. Говна кусок. Удачно вообще дверь открыл. О, казаки. О, казаки. Хорошо. Яха. Как тебе? Давай. Умри. Почти чуть-чуть осталось, ну! Чуть-чуть осталось там пауку. Почему вечно в играх пауки они такие вот... Прям... Прям сложные. Господи, тихо! Ко мне, главное, такой спрыгнул. Нормально вообще? Не ожидал я от него такого. Окей. Не, прикольно. Прикольно, игруха мне нравится. Мне нравится. Ай-яй-яй. Казаки. Оп. Бляха. Окей. Что собирал, что не собирал, короче, эти аптечки. Он мне даст, наверное, эту сердечку, нет? А что ты мне сердечку-то не дал? А, нет, дал. Погнали. Бляха. Да в смысле? Я смотри, видишь, я на расстоянии от него. Как он по мне бьет-то? Как он по мне попадает-то? Блин, вот этот кувырок, короче, он как-то вот, он эффективен, но, блин, он почему-то не срабатывает не с первого раза. Он не с первого раза срабатывает почему-то. Ну да. Видишь, звук происходит, а он не это... Он не работает, а он не срабатывает. Погоди, видишь, тут что-то происходит? А если я, короче, это... Знаешь, это фишка, короче... Бляха! Эта фишка, короче, напоминает этот... Dark Souls, короче, только в роли казаков. Когда умираешь, все возрождаются. Только монетки ты не теряешь, короче. Ну, типа души, да? Окей.
Хорошо. Ай-ай-ай-ай! Это единственное, что... Так, ты мне дашь сердечко, окей, спасибо. Единственное, что... Ах ты, не работает, да? Единственное, что... эти... Блях, эликсир не взял. Единственное, что... Что я хотел сказать-то, я вообще забыл. Я сбился, короче. Сбился просто смысл. Короче, неважно. Короче, неважно. Значит, было неважное. Значит, было неважно. Собака. Глюха. Окей. Да как? Видишь? Да в смысле, почему я опять медленно дохожу? Ну? Падла. Стреляй. А чё не стреляем-то? Смотри, я сейчас... Опа, хорошо. Так, аккуратно. Только сказал аккуратно. Ай. Не надо было говорить аккуратно, короче. Не, слушай, прикольно. Хотя, напишите, короче, в комментах. Будем проходить. Попробуем пройти эту игру. Бляха, я опять не взял. Шашлыки? Я опять не взял эликсир, бляха. Ладно, попробуем без него. Попробуем без него. Бляха! Да в смысле опять? Смотри, видишь, я еле-еле. Надо... Он, этот паук, короче, появляется... Изначально появляется прямо перед тобой, короче. Ублюдок. Бляха! Вот. Появляется прямо перед тобой. Короче... Сразу у тебя ХП, короче, сжирает. Так, что-то взял. А, взял сердечко. Я хочу вон ту золотую сердечку взять. Надо, короче, аккуратно. Бляха! Почему он, короче, это... Находясь на расстоянии, по мне попадает. Да вот видал? Да как? Вот такое вот расстояние! Окей. Нет. Эликсир. Эликсир там по-любому нужен. Надо, короче, сейчас аккуратненько пройти, не потеряв ничего. Хорошо. Одно есть. Ай-яй-яй-яй. Хорошо. Так. Отлично. Ага. Сейчас мы пройдем. Вот видишь, она появилась опять. И надо, короче... Бляха. Да ёпта. Уйди. Собака. Я не понимаю вот этого расстояния, вот этого вот. Какой должен быть миллиметраж, короче. Как... Да чтоб тебя! Когда это? Он будет наносить урон. Ну. Короче, вы меня поняли, наверное. Просто дичь. Хорошо.
Так. Да в смысле? Ты чё как с автомата-то начал стрелять, ну? Блять, дровосек сратый. Окей. То шашлыки, то мужики, то кирзаки, короче, непонятно, чем там. Да собака! Хорошо. Бля! На! Да я! На! Да собака! На! Уйди, это моя территория, уйди! Давай, сейчас тебя укокошу, Ага! Сейчас. Да собака, я медленно хожу теперь. Ай-яй-яй. Короче, когда он попадает по тебе, ты начинаешь медленно ходить. Окей, давайте еще разок. И будем заканчивать. Бляха! Собака! Так, окей. Класс. Уют-то! Все с самого начала через жопу пошло. Короче, игрушка прикольная, мне понравилась, да. Вот. Напишите в комментариях, будем мы ее проходить, не будем, если нет, то нет. Вот. Ну а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий, всем пока!